Итак, сегодня распродажа и бесплатные полеты. Новый корабль. Вот он, Anvil Arrow. Купить его можно вот в трех вариантах. Один и тот же корабль абсолютно. Первый. Сразу открываем, смотрим. $65. Получаем корабль, получаем безлимитную страховку пожизненную. Ну и плевенький ангарчик. $65 это дешевле цена. Цена дешевле, чем корабль стоит в игре. Сейчас объясню. $75. За это вы покупаете точно такой же корабль, но уже со страховкой 72 месяца. Значит, единственный плюс, то что вы можете купить за стор кредита, за денежки, которые у вас внутри игры от расплавки какого-то ненужного корабля. Вот. Соответственно, вот в чем прикол. Если будете делать апгрейд, шип апгрейд, то вы, купив за $65 кораблик Warbond, вы сэкономите $10. Здесь он будет у вас стоить 75, все равно. Купили за 65, здесь у вас 75. И делая апгрейд на, допустим, Cutlass, он вам обойдется, ну, то есть доплата будет всего $25. 25, а не 35. Вот. Но это при условии, что вы купите за реал за $65. Также надо вам знать, что если вы захотите титан сделать из этого корабля, не получится. Он стоит дешевле, чем Arrow. Вот. Итак, возвращаемся к нашим баранам. Значит, если вы новичок, я бы советовал купить вот этот вот пакет. Это новый пакет. Это именно игра. То есть здесь вы не получите игру. Если у вас нет игры, покупаем вот это вот. Вы получите классный корабль боевой. Получите без лимитную страховку, да, и получите игру за $80. Пакет неплохой. Вот. Единственное, конечно, дороговато, да, если вы не знаете, будете вы играть, не будете, тогда, конечно, актуально за $45 покупать Аврору или Мустанг, а еще лучше брать за 65 вместе со сквадроном. Вот это вот минус этого пакета, то что здесь сквадрона нет, и вы, купив за $80 этот пакет, потом, когда выйдет сквадрон, захотите поиграть, придется доплатить $45. Вот. В остальном это выигрышный пакет, и выигрыш как раз в безлимитной страховке. Это действительно круто. Вот. Ну и давайте протестируем кораблик. Итак, надеюсь, нам попадется какая-нибудь жертва для теста. Значит, вот он. Обратили внимание, да, что он достаточно компактный кораблик. Так, ну, внутри все характерное для Anvil. Да ё-моё. Кивнул носиком. Смотрите, что он умеет делать, да, вот он в сложном состоянии, в компактном. И вот так вот уже в готовом нести службу боевую. Так, значит, нужна какая-нибудь жертва. Это у нас титан, что ли? Нет, это такой же. Ну что? Противостояние. А это что? О, какой интересный экземпляр. Редкий, я бы сказал.
редкий экземпляр. И сейчас не будет еще. Обратите внимание, без всяких пакет. Такс. Вот оно, вот оно, вот оно. Щиты уже у него разрушены. И остался он недолго. Смотри, что я вообще с ним сделал, как он еще лететь-то может. Все. Это я ракеты не использовал. Извини, кореш. Это все как бы в научных целях. Следующая жертва. Давайте посмотрим, будет ли еще у нас кто-нибудь. Есть желающие на разбор? О, вот это сейчас. Давайте ракеты в него. Блин. Испугался. Испугался. Так, вот. Это улетит сейчас. Прыгнул. Ну ладно. Прыгнул и прыгнул. Вот это кто? А, вот это интересно. Вот интересно, ради прикола, я ему хотя бы щиты снесу. Но корабль мощный. Достаточно. 600-й. И убить его маловероятно. Но если прилететь на тоже скачет трех таких стрелов, то в принципе, я думаю, разобрать его можно, нефиг делать. Так, ну что, все будут крутиться как мухи вокруг него, а он не сможет даже ракету не сможет навести, потому что не будет успевать ловить, а попадать своими орудиями не сможет, потому что 600-ка, ну как бы она медленная, она большой корабль, да? Вот. Ну. Вот, в принципе, огневая мощь, я думаю, была вам видна, да, то есть этого товарища разобрали достаточно быстро. Конечно, он не сопротивлялся, я не знаю, он убецкий какой-то или что. Может, забыл зарядить свою бричку оружием. Давайте посмотрим со стороны. Вот, привет. Arrow and Arrow. Привет. Давай поцелуемся, Рима. Страшно. Теперь что пристал? Ладно, оп. Фрилансера прозевали. Ну, не то, что прозевали. Мы бы не успели его долбануть. Блин, горелый. Вот. Ну, и вот, собственно, финиш такой. То, что сталкиваться на нем я бы не советовал, потому что броня слабая. Корабль маневренный. Огневая мощь хорошая, но броня слабоватая. Вот. В принципе, наверное, на сегодня я буду заканчивать. Вот. Если надумали купить игру или же зарегистрироваться просто поиграть, так как сейчас бесплатно, используйте реферальный код мой, либо же друзей. Вот. Не забудьте его ввести, если он у вас есть. Вот. Свой оставлю под видео. Вот. Копипаст. И получите 5000 игровой валюты. Либо же, ну, как бы это эквивалентно 5 баксам настоящей валюты. Будут вопросы, задавайте. Вот. До новых встреч. Пока-пока.